Здравствуйте, уважаемые друзья. Недавно у меня был разговор в скайпе с одним человеком, который усомнился, что мы в FFI зарабатываем деньги. Ну, я ему хотел показать свой бэк-офис. Он категорически отказался. Говорит, нет, ты, говорит, мне чек свой покажи. Ну, как чек? Мы получаем свои деньги вот на такую карточку NXPay. Как ему показать свой чек? Ну, я так задумался, думаю, ладно, хорошо. Я вот, у нас дело в том, что зарплата, ну, как переводится, еженедельно. То есть мы каждую неделю, примерно в среду, в четверг получаем деньги. Вот сегодня вторник, я решил обнулить свою карточку. До этого я снимал деньги, чтобы купить себе гараж. Ну, и живу я на эти деньги. И вот этой карточкой я сейчас обнулю, ну, примерно обнулю, чтобы потом было, завтра у нас как раз среда будет, мы продолжим этот ролик, и я запишу о том, какая мне сумма поступила. Но сейчас на улице довольно-таки холодно, поэтому мы снимаем это видео в машине, и вот там вот, сейчас вот буквально напротив, у нас банкомат находится, мы продолжим видео там. Итак, вот я вставляю свою карточку в банкомат, набираю пин-код. Я точно сумму не помню, но наберу 5500. Вот я снял денежки. Итак, тут осталось 657 рублей. 96 копеек. Завтра продолжим. Здравствуйте, уважаемые друзья. Вчера мы начали снимать ролик о том, как я снимал деньги. Сегодня у нас среда. И у нас сегодня день получки, как говорится. Вот здесь вот мы подъехали к другому банку. Ну, здесь вот два банка находятся в одном здании. Вот в одном из банкоматов я сейчас пойду сниму деньги и принесу чек, покажу, сколько у меня начисления. Итак, уважаемые дамы и господа, вот я снял деньги. Вот моя карточка. Вот смотрите, 50-53 на конце. А вот он чек. Сколько тут у нас остаток? Снял я 7,5, осталось 208 732 рубля и 1 копейка. А что это именно с этой карточки? Вот смотрите, 50-53. Видно? Ну все.